от Ютуба, оторви, а иначе это будет. Выносливость определенно, чтобы отдать ребенка, зная, что он справится. А почему вы говорите, что именно с 6 лет? Что это за возраст такой особенный? До 6 лет это домашнее воспитание. Как ни крутись, у него координация нервной системы очень не развита. Если ты отдал ребенка в 5 лет, то кто-то отдал в 6 лет, ты вводишь ребенка в 5 до 6 лет. Одновременно работают на рельеф и на набор мышечной массы. Все одновременно, именно поэтому эти тренировки являются достаточно тяжелыми, к ним, конечно, нужно подходить подготовленно. Такие девушка, которая финансовыми лайфхаками собрала более 5 ты клоун, блять.
Ничего. Народ-то. Че сидит? Ну там этот, потихоньку, короче, люди уезжали, вот мы тоже. Ой-о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 й-
Это у тебя за... Забирает на Белазе, тетя Зина чистит свои зубы наждачкой, выдувая пузырь из гудроновой жвачки. Тетя Зина озверил, запивает бензином. Про тебя эта песня, дорогая.